В первой части мы с вами связали основное полотно. Все мои видеоуроки вы можете найти на моем сайте, который называется рукоделиесвиорикой.ру. Во второй части мы с вами будем вязать капюшон. Как видите, все петельки я перекинула на одну спицу. Здесь у нас плечо, это получается лицевая сторона. Начнем набирать петли с изнаночной стороны. Капюшон у меня будет бежевого цвета. Первый ряд капюшона у нас получается с изнаночной стороны кофты. Все петельки будем провязывать изнаночными. Первую петлю мы не снимаем, а сразу провязываем изнаночной. Далее провязываем еще 4 петли. Мы провязали 5 петель. Далее у нас идет накид, но перед накидом есть небольшой промежуток. В нем мы набираем одну петлю вот таким вот образом и провязываем ее изнаночной. Далее провязываем накид изнаночной. Провязываем 2 изнаночные. Опять перед накидом у нас есть промежуток. Добавляем одну петлю вот таким вот образом. Провязываем накид. Далее провязываем одну изнаночную. Идет накид, перед накидом добавляем одну петлю. Провязываем накид. Провязываем одну изнаночную, добавляем перед накидом петлю, провязываем накид. Сколько же у нас получилось петель? Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 петель. Дальше мы будем набирать при помощи крючка. До плечевого шва мы с вами добавим еще 2 петли. Перебрасываем их на спицу. У нас получается, у первой полочки мы набрали 19 петель, значит, у второй полочки мы тоже будем набирать 19 петель. Теперь нам нужно понять, сколько набирать петель у спинки. У горловины мы закрывали 9 петель у одной полочки и 9 у другой. В общей сложности получается 18. Значит, у спинки мы будем набирать 18 петель. Это у нас получается изнаночная сторона. Поворачиваем на лицевую сторону и с лицевой стороны начинаем набирать петли для спинки. Я повторюсь, нам нужно набрать 18 петель. Смотрите, как буду набирать я, и повторяйте за мной. Дальше уже самостоятельно до плечевого шва наберите 18 петель и здесь наберите в общей сложности 19 петель, точно так же, как мы набирали у первой полочки. Вот что у вас должно было получиться. Самостоятельно провяжите лицевой ряд, а также провяжите изнаночный, то есть два ряда. Я провязала два ряда. Здесь, как видите, есть неровности, но ниточка ворсистая, можно ворсинки вытащить и все подровняется. Начинаем делать расчет капюшона. Для начала я вам напишу высоту капюшона. Напишу для разного возраста, может быть, кому-нибудь пригодится. Итак, от 3 месяцев до 1 года высота капюшона имеет 22 сантиметра. В 2 года
23 сантиметра, в 4 года 25 сантиметров и в 6 лет 26 сантиметров. Я возьму высоту капюшона 26 сантиметров. Объем головы моего племянника 54 сантиметра. Сейчас я вам нарисую капюшон, который мы будем вязать. Высота моего капюшона 26 сантиметров. Внизу у меня получается 56 петель, 19, 19 и 18. Это петли, которые мы набрали. Теперь нам нужно понять, сколько же внизу у горловины у нас получилось сантиметров. 56 делим на 1.4, это количество петель в одном сантиметре. У меня получилось 40 сантиметров. Пишем внизу 40 сантиметров. Теперь нужно понять, сколько же здесь должно быть петель. Объем головы у меня 54 сантиметра. Я возьму ширину капюшона 50 сантиметров. У меня будет капюшон широкий. Итак, 50 сантиметров умножаем на количество петель в одном сантиметре на 1.4 у меня. В итоге получается 70 петель. Теперь нам нужно понять, сколько же здесь петель нам нужно добавлять. Пишем ниже 70 минус 56. 56 это то количество петель, которое у нас сейчас на спицах. Мне нужно добавить 14 петель, так как мы будем добавлять с двух сторон, делим на 2. Получается 7 раз нам нужно добавить. Добавлять будем в каждом втором ряду, значит здесь нам нужно провязать 14 рядов. Теперь давайте посчитаем общее количество рядов капюшона. У меня 26 сантиметров, я умножаю на количество рядов в одном сантиметре, у меня это 2.2. Записываем. Если у вас получилось нечетное число, округляем. У меня получилось 58 рядов. Отнимаем 14 рядов, вот это количество рядов, где мы будем прибавлять петли. Значит, потом прямо нам нужно будет еще провязать 44 ряда. Что же у нас получилось? Сейчас на спице у нас 56 петель, потом мы провяжем 14 рядов, в каждом втором ряду будем добавлять петельки, потом прямо провяжем еще 44 ряда. Сейчас я вам нарисую наш капюшон. Наши полочки имеют по 19 петель. И спинка имеет 18 петель. Как мы будем вязать? Провязываем вот эту часть. Здесь поставим маркировочное кольцо. Здесь мы будем добавлять петельки. Потом провязываем спинку. После маркировочного кольца тоже будем добавлять петельки и провязывать полочку. Начинаем вязать следующий ряд. Снимаем первую петлю. Далее все петельки провязываем лицевыми. В общей сложности сейчас нам нужно провязать 19 петель. После того, как мы с вами набрали петли для капюшона, мы провязали 2 ряда. Мы их будем считать как один ряд. То есть сейчас получается, мы вяжем второй ряд, в котором будем добавлять петельки. Я провязала 19 петель. Берем маркировочное кольцо. Если нет маркировочного кольца, завязываем ниточку, ставим на спицу, перед маркировочным кольцом добавляем одну петлю. Вы можете добавить при помощи скрещенного накида, либо вытянуть вот таким вот образом петельку и провязать ее лицевой,
либо вот так. Тут уже на ваше усмотрение. Итак, мы добавили одну петлю. Перебрасываем маркировочное кольцо, провязываем 18 лицевых. Мы провязали 18 лицевых, берем маркировочное кольцо, ставим на спицу, после маркировочного кольца добавляем петлю и вяжем этот ряд до конца. Не забываем, что последнюю петлю мы всегда провязываем изнаночной. Между маркировочными кольцами у нас 18 петель, это количество петель не меняется. Всегда делаем накид перед маркировочным кольцом, провязываем 18 петель и делаем накид после маркировочного кольца. Нам нужно добавить петли 7 раз. Чтобы не запутаться, рисуем вот такую черточку. Один раз мы уже добавили. Сейчас самостоятельно довяжите этот ряд до конца, также провяжите изнаночный ряд. И в лицевом ряду самостоятельно довяжите до маркировочного кольца, вот до этого момента. Я довязала до маркировочного кольца. Добавляем петлю вот таким вот образом. Перебрасываем маркировочное кольцо и провязываем 18 лицевых. Провяжите самостоятельно. Я провязала 18 лицевых, перебросила маркировочное кольцо. Добавляем теперь еще одну петлю после маркировочного кольца. И вяжем этот ряд до конца. Потом провязываем изнаночный ряд. В лицевом ряду опять перед маркировочным кольцом добавляем одну петельку. Провязываем 18 лицевых. И после маркировочного кольца тоже добавляем одну петельку. Я повторюсь, мы добавляем 7 раз. Два раза мы уже добавили, дальше уже вяжите самостоятельно. Каждый раз отмечайте, когда добавляете петельки. Вот это количество петель, оно неизменно, я уже говорила. Здесь у нас прибавится 7 петель, и с другой стороны тоже прибавится 7 петель. Когда вы провяжете 14 рядов, у вас получится 26 петель. 18 и здесь тоже 26 петель. Потом прямо вам еще нужно будет провязать 44 ряда. Провяжите 43. Вот что у меня получилось на этом этапе. Я провязала 14 рядов, где добавляла петельки в каждом втором ряду. Вот они. И вверх провязала 43 ряда. Я провязала 43 ряда, потому что 43 ряд получается изнаночный, 44 лицевой. В лицевом ряду мы будем уже убавлять петельки. Здесь у меня 18 петель. Берем правое маркировочное кольцо и переносим его на одну петлю влево. Вот она эта петелька. Итак, одну петлю мы убрали в правую сторону. Берем левое маркировочное кольцо и переносим его на одну петлю вправо. Между маркировочными кольцами теперь получается 16 петель. Крайние петли нам нужны для того, чтобы закрывать красиво петельки. Итак, здесь 16 петель. Вот эти все петли крайние с одной стороны и с другой мы с вами должны закрыть. Сейчас самостоятельно провяжите лицевой ряд перед маркировочным кольцом, не довяжите 2 петли. Я не довязала 2 петли. Сейчас мы будем их провязывать вместе вот таким вот образом. Лицевой получается с наклоном вправо. Перебрасываем маркировочное кольцо, провязываем 16 лицевых.
Я провязала 16 лицевых, перебрасываем маркировочное кольцо, следующие 2 петли провязываем вместе лицевой, получается с наклоном влево. Дальше мы не вяжем лицевой ряд, а поворачиваем полотно на изнаночную сторону. И начинаем вязать с изнаночной стороны. Одну петельку перебрасываем с правой спицы на левую. Перед маркировочным кольцом должно получиться 2 петли. Вот они. Их провязываем вместе вот таким вот образом. Изнаночной. Ниточку подтягиваем. Перебрасываем маркировочное кольцо, провязываем 16 изнаночных. Мы провязали 16 изнаночных, перебрасываем маркировочное кольцо, следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной. Ниточку подтягиваем, дальше мы не вяжем ряд, а поворачиваем полотно на лицевую сторону. С лицевой стороны петельку перебрасываем с правой спицы на левую. Эти 2 петли провязываем вместе лицевой, получается с наклоном вправо. Подтягиваем ниточку. Дальше провязываем 16 лицевых. Перебрасываем маркировочное кольцо, провязываем 2 вместе с наклоном влево. Дальше ряд мы не вяжем, а поворачиваем полотно на изнаночную сторону. С правой спицы перебрасываем одну петлю на левую. Так, я забыла ниточку убрать перед спицей. Итак, перебрасываем одну петлю на левую и провязываем их вместе изнаночной. Ниточку подтягиваем. Перебрасываем маркировочное кольцо, провязываем 16 изнаночных. Мы провязали 16 изнаночных, перебрасываем маркировочное кольцо, провязываем 2 вместе изнаночной, подтягиваем. Ряд дальше не вяжем, а поворачиваем на лицевую сторону. Вот что здесь должно было у вас получиться с одной стороны и с другой. Дальше уже вяжите самостоятельно. Каждый раз в начале ряда перебрасываем одну петлю с правой спицы на левую и провязываем 2 вместе. Потом провязываем 16 лицевых. Здесь тоже провязываем 2 вместе. С изнаночной стороны тоже перебрасываем одну петлю с правой спицы на левую, провязываем 2 вместе, провязываем 16 изнаночных и там 2 вместе. Вяжем до тех пор, пока все эти петельки мы не закроем. Должна остаться 1 лицевая, 16 лицевых, и вот с этой стороны тоже 1 лицевая. Итак, у меня осталась 1 лицевая до маркировочного кольца, 16 лицевых и 1 лицевая после маркировочного кольца. Ниточку мы отрезаем. Вот так выглядит капюшон сбоку. Во второй части мы с вами связали капюшон. Я надеюсь, он у вас получился.
Я повторюсь, в начале набора петель край там неровный, но из-за того, что ниточки ворсистые, можно все выровнять. Вот так вот выглядит капюшон сверху. Вот эти петельки мы не закрываем, потом, когда будем вязать планку, мы их провяжем. На этом вторую часть я заканчиваю, в третьей части мы с вами продолжим.